Итак, коллеги, всем доброе утро. С вами Павел Тарханов с обзором «Эффект бабочки. Комплексный подход к анализу рынка». Хочу напомнить, что вещание ведется с офиса официального партнера компании «Альпари» в городе Астана. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно. Также хочу напомнить тем, кто еще не зарегистрирован и не авторизировался. Пройдите регистрацию и авторизацию, тогда вы сможете задавать вопросы в чат. Красноярск, доброе утро. Брянск. Ну что же, коллеги, начнем наш сегодняшний обзор. Ситуация на рынке складывается интересным образом. И сегодня мы с вами посмотрим, что же нас все-таки ожидает в предстоящем будущем. Да? Окей. Начнем с евро-доллара. Евро-доллар у нас вчера немного подцелился. То есть есть вариант того, что... В принципе, идет завершение тренда. Цикл у нас недельный заканчивается сегодня. Поэтому сегодня, возможно, будет еще один заход наверх. Но будьте предельно внимательны, потому что все-таки завершение цикла. И сегодня, пожалуй, я воздержусь от торговли, понаблюдаю за ситуацией, что будет происходить. Почему? Потому что на 4-часовом графике у нас с вами сформировалась медвежья модель, медвежья акула, что говорит о возможном вероятном выдыхании тренда, и евро-доллар, возможно, уже сегодня-завтра начнет свой разворот. Поэтому ситуация довольно-таки опасная, на мой взгляд. На 4 часах мы видим, у нас с вами вчера появилась дивергенция, что еще раз подтверждает то, что все-таки тренд уже выдыхается и нужно искать точки входа для того, чтобы шортить евро-доллар. Но опять же, сегодня возможен у нас с вами еще один заход. То есть, судя по ситуации, которая у нас сложилась с вами вчера, вчера было небольшое движение вниз, попытка, так сказать. И сейчас у нас с вами в данном цикле идет завершающая 15-я волна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15. То есть пока что 30 минут нам не показывает, что мы хотим все-таки пойти дальше, поэтому ситуация следующим образом будет у нас складываться. На что нам стоит обратить внимание? То есть в течение сегодняшнего дня, в течение ближайших дней, то есть у нас с вами закрывается недельный цикл, это буквально произойдет завтра. То есть сегодня-завтра мы увидим какие-то хорошие движения. Также у нас с вами будет non-farm payroll в пятницу. Поэтому все-таки я бы воздержался, по крайней мере, до пятницы, чтобы посмотреть, что у нас здесь с вами произойдет. Внимание обращаем на уровень 1.08.113. 1.08.16. То есть пересечение данного уровня даст возможность еще немного евро укрепиться к отметкам 1.08.468, 1.08.719. То есть, соответственно, после преодоления сопротивления, которое у нас с вами находится на отметке 1.08.163, евро-доллар, возможно, пойдет тестировать отметку 1.08.468 и также, возможно, вверх канала у нас с вами идет заканчиваться на отметке 1.08.719. То есть входить, если входить, все-таки желающие будут, хотя я бы этого не делал.
выше отметки 0.816, соответственно, профит на 0.8468. То есть возможен разворот евро-доллара, как уже отсюда, возможно, может начаться, так может начаться после того, как мы подтестируем 1.08163. Соответственно, если остановимся, уровень не возьмем. То есть на этой отметке довольно-таки серьезный уровень сопротивления находится, насколько мне известно. Сейчас посмотрим. Вот он здесь. Так, 4 часа. Воткнулись мы, да? Ноль восемь, ноль одиннадцать. Так. Вот вчера мы его как раз таки и не взяли. Этот уровень 0.8.0.11. Отскочили от него. Поэтому, возможно, мы его еще раз пощупаем. Соответственно, если уровень выдержит, на часовом графике у нас присутствует медвежья модель, три драйвера, три индейца, так называемая. На 4 часах у нас с вами присутствует уровень Fibonacci 50%, то есть, скорее всего, возможно, волна E у нас закончилась. Также она будет второй волной после данного импульса, и мы отправимся в район паритета. В течение ближайших 3 месяцев мы будем падать, если у нас все на этой неделе закончится. То есть, в принципе, предпосылок к этому достаточно много, достаточно серьезно. Так. 1.51 по Fibonacci. Здесь у нас что получается? Сейчас посмотрим. Где он? 618. Так, 618 у нас находится на отметке 1.08.468. То есть вот оттуда, скорее всего, мы уже и начнем валиться. Если у нас это была первая, это вторая, это третья, возможно, здесь была четвертая. Сейчас последний заход, пятый, на 0.8.468. И оттуда отложник. Если же мы сегодня в течение дня преодолеем наш вчерашний минимум, который находился на отметке 1.07.378, тогда все. Тогда с евро будет покончено. То есть 15 минут у нас пока что не говорит, что мы желаем сходить наверх. 30 минут у нас есть бабочка, час у нас есть 3 индейца, 4 часа у нас с вами есть акула, 15 минут уровень 786. Последняя критическая точка разворота. Сделаем вот так. То есть я все-таки попробую встать в sell. Стоп поставлю на отметку 0.7600 пунктов до 0.8468, да? 600 пунктов до 0.8468 на 0.8719. Тысяча, даже повыше. Так, сейчас посмотрим, где у нас 618 здесь, поэтому где-то на 0.9 можно стопик поставить.
То есть я пока все-таки отдаю предпочтение SEO, потому что для этого, опять же, повторюсь, торговый дневной цикл закончился, недельный цикл, 24-недельный цикл у нас с вами закончится на этой неделе, то есть пятница у нас с вами последний день. Соответственно, скорее всего, Non-Farm нас все-таки отправит в район паритета. Конечно, не так быстро мы туда упадем. В понедельник я уже более точно вам скажу по времени. Но я так думаю, что ближайшие 3 месяца нас ожидает снижение евро-доллара. Ближайшие 3 месяца нас ожидает снижение по евро-доллару. Окей. Иена. Иена, иена, иена. Так, иена, в принципе, с иеной все просто, все то же самое. Пара у нас с вами зеркальная. Вчера у нас с вами появилась бычья модель АБ равно CD на часовом графике. Также уровень 38,2 по Фибоначчи у нас с вами здесь присутствует, что говорит о возможном все-таки завершении. То есть были качели, похоже, что тройная вершина. 38,2 у нас снизу, поэтому будет buy. Стоп на отметку 110. Стоп на отметку 110. Опять же, приблизительно 3 месяца роста. Что мы получим в результате? В результате мы с вами получим отметку, если 38,2 здесь у нас заканчивается, 122 как минимум мы увидим. Таким макаром. Что у нас еще здесь есть? 30 минут сейчас уровень Фибоначчи 707 активный. На 15 минутах уровень 707 активный. Также возможно, что это у нас сейчас формировалась вторая волна. Вчера была первая, и сейчас начнем делать третью. На 5 минутах у нас с вами есть бычья модель, бычий тотал, и уровень, куда мы еще с вами можем снизиться, находится на отметке 1.112 289. 112 289. Ну, соответственно, это будут наши с вами минимумы. То есть здесь сейчас вполне возможно, вот она, красивое двойное дно. Фигура разворота тренда плюс уровень Fibonacci 38,2 плюс заканчивается цикл, плюс евро-доллар начинает разворачиваться, соответственно, доллар-иена начинает тоже разворачиваться с индексом доллара. Пока что еще небольшое снижение. Сейчас находимся в районе паритета .10. Так, 4 часа у нас с вами бычья акула сформировалась. 2.236 уровень Фибоначчи есть. Поэтому, возможно, вполне возможно, тоже индекс доллара начнет разворачиваться. Также возможно краткосрочное снижение в район отметки 98.82. Это будет для него пределом. Если, опять же, возьмем этот уровень. То есть пока что 30 минут у нас тоже бычий паттерн. 99.32 конечная точка. То есть, скорее всего, потестировали максимум и минимумы и начинаем разворачиваться. Золото. Так, золото, 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 золото. Что у нас с золотом происходит? Золото, в принципе, преодоление уровня сопротивления, который находится на отметке 1218-600, даст возможность золоту пойти на отметку 1240-485.
Все-таки я думаю, что 1240-85, 1240-485, возможно, мы все-таки увидим. Но опять же, нужно быть предельно внимательным, входить, если сейчас кто-то в бай стоит, переходите без убыток в любом случае. Так, ну а плечи здесь что ли? Так, если это у нас левое плечо, это у нас с вами правое плечо. Нет, не похоже. На голову плечи не похоже. Нет, не похоже. То есть ситуация следующая, да? Преодоление уровня сопротивления 1218, идем дальше на 1240. Пока что каких-то сигналов для села по золоту я не вижу, нигде дивергенции нету. Так, уровень 100 взяли. 1200, 1225, 1240, конечная, да, скорее всего возьмем. 1240, я так думаю, мы увидим по золоту. Опа, так, окей. Сейчас давайте взглянем на фунт. Что у нас с фунтом? Так, с фунтом картинка красивая. 26 уперлись. Так, первая, вторая. Первая. О, отлично. Отлично. Так, с фунтом уровень поддержки находится на отметке 1.24.116, соответственно, стопы куда-нибудь за 1.23.800. После преодоления максимума. $1.30975, то есть, возможно, даже увидим 1.37. Так, сейчас посмотрим. 1.37. Так, отсюда. Раз, два, три. Профит на 1.28.300. 1.28.362, 1.28.200. 1.28 ставьте железо. Даже не сходить. Так.
только, соответственно, за 1,24, да, 23,800. Сюда куда-нибудь, 23,700, 23,800 стоп. Так, по бабочке 27. В канале идем. В канале идем. Первая, вторая, третья, четвертая. Да, 28,200. Я думаю, увидим. Консолидация в отметках 1210-1215. Снижение ниже уровня 1208 по золоту не будет. Так, по золоту хорошо купил. Это хорошо, что вовремя. 1208. Думаю, не будет. Уже перекрыли максимум. На пятнашке перекрыли. Поэтому сейчас будет продолжение. В виде импульса, скорее всего, будем двигаться на 1240. В любом случае. Поэтому здесь, в данном случае, стоп на 1195 куда-нибудь туда. И раньше. Потому что актив очень волатильный. Соответственно, короткие стопы может быстро и нету. Да, перед явным ростом могут хорошо сместить стопы. Все правильно. Все правильно. То есть сейчас цикл закрывается, сейчас волатильность очень высокая. Сейчас может просто выстрелить в нашей точке и оттуда начаться в любой момент разворот. Поэтому вполне возможно, что и по тому же евро-доллару у нас тоже еще продолжится. Чуть-чуть, да? На 0,8365 и оттуда начнем. То есть ложный пробой уровня может получиться. Проколем, хвост оставим, а сами пойдем делать низы. Поэтому в любом случае пока что я бы от боя воздержался, потому что заканчивается цикл, заканчивается пятиволновка. Поэтому здесь лучше пересидеть в просадке те же самые 100 пунктов, чем остаться в большом минусе, потому что разворот должен быть значительно серьезным и быстрым. Так, что еще? Так, золото разобрали. С нефтью что у нас происходит? Так, нефть. Блин. По нефти, похоже, все. Отстреляюсь. То есть по нефти сейчас тоже нужно искать точки входа, и снижение будет приблизительно тот же самый квартал. Район 27, куда-нибудь туда, я думаю, мы увидим. Район 27, как минимум, нам покажет. Окей, еще какие вопросы, коллеги? То есть фунт разобрали, евро-доллар разобрали, доллар-иену разобрали, золото разобрали, нефть посмотрели, канадец можем посмотреть. Канадец. Канадец, похоже, тоже все.
тоже выдохся. Соответственно, здесь идет диагональный треугольник, который, скорее всего, завершает снижение. Плюс у нас с вами присутствует паттерн на 4-часовом графике. Паттерн у нас с вами бычий, соответственно, нефть начинает снижаться. Ну а канадец у нас с вами отправится делать максимум. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вполне. И поехали наверх. Что еще здесь у нас есть? Ну, опять же, не должны пересечь вот эту отметку. Так, отметка у нас... $1.29388. То есть эту отметку мы не должны взять. Если возьмем, пойдем делать еще низы. Ну и, соответственно, здесь, возможно, голова плечи все-таки присутствует. Левое плечо, голова правая. Так, здесь у нас нисходящий канал. Ну, соответственно, лучше заходить выше 31, где-то на 31.10 можно вставать в бай. Либо сейчас, если есть желание сейчас вставить в бай, 74 уровень неактивный, то есть можем продлить еще до канала, до 1.29388, а от 1.29388 будем покупать. Окей. Вот такая вот ситуация, коллеги. То есть с этой недели у нас решающая, все решится на этой неделе, происходит глобальный разворот тренда, входим в сделку и держим ее 3 месяца как минимум и снимаем по тренду все слитки. На протяжении 3 месяцев доливаемся по тренду и через 3 месяца вы миллионеры, если депозит перегружать не будете. Да, то есть пока что везде разворот, соответственно, укрепление доллара, разворот индекса доллара вызовет укрепление доллара по отношению ко всем остальным валютам. Ну, соответственно, канадец, в основном канадец с нефтью дружит очень хорошо. Поэтому сейчас ситуация, нужно закрепиться выше отметки 1.31. Если пересекаем, тогда все, бай. Тогда не будем отрабатывать голову и плечи. Здесь возможна еще отработка. Соответственно, обращать внимание на уровень поддержки 1.29388. То есть ниже отметки 1.29388 можно селиться. Выше отметки 1.31100 покупаем. То есть в этом квадрате пока лучше ничего не делать. За пределы выходим. Тогда можно шортить здесь. И лонг от 31. Ну и, соответственно, смотреть за нефтью. Нефть начнет отрабатывать голову и плечи. То есть она здесь, в принципе, есть. Вот она. И тогда мы берем канадец тоже. Окей, на сегодня наш с вами обзор закончен. Всем большое спасибо, коллеги. Жду вас. Сегодня у нас с вами 4-е занятие базового курса. Занятие тоже будет очень интересно. Также жду вас на курсе «От хаоса к системе», который будет проходить 9 февраля.
На этом курсе вы научитесь самостоятельно прогнозировать рынок с помощью тех инструментов, которые использую я. На сегодня наш с вами обзор закончен, и всем до новых встреч, коллеги!